В общем, бой происходит в реальном времени, но вы в любой момент можете поставить игру на базу. Чтобы сориентироваться в обстановке и раздать союзникам команды. Чтобы снять или поставить игру на паузу, нажмите Space, то есть пробел. Чтобы отдать команду атаковать противника, кликните по нему. Броски. Большинство игровых механик основаны на правилах настольной ролевой игры, где для определения результатов действий бросают игральные кости. Чаще всего используется 20-гранная кость. Именно она бросается при атаках и проверках навыков. Инициатива. В начале боя определяется инициатива каждого из его участников. Чем выше инициатива существа, тем раньше оно совершает действие. Значение инициативы можно увидеть в истории боя. Бой разделен на раунды, каждый из которых длится 6 секунд. Вот так вот. Далее. Видите, что творится? А назад. Как все сложно-то, господи. Господи. Нужно в режиме истории это все смотреть. Читать. Бросок на попадание. Атака — это попытка существа в бою нанести удар противнику. Результат броска на попадание зависит от многих факторов: экипированное оружие, характеристики существа и тому подобное. Существо совершает успешную атаку, если результат его броска на попадание равен или превосходит защиту цели. Урон
количество урона, нанесенного при успешной атаке, зависит от оружия другого заклинания. Результаты бросков на попадание и урон можно увидеть в истории боя. Господи, мы еще истории боя будем изучать. Господи. Защита. Чем выше этот параметр у существа, тем сложнее провести по нему успешную атаку. Он складывается из множества факторов, таких как характеристики снаряжения, бонус от ловкости, пассивные способности и тому подобное. Вот так вот. Та-та-та-та-та-та. Пауза. Пауза. Так. Убийца. Не понял. Так, это что у нас? Господи. Атака с разбега. Цель. Это что такое? Спас-бросок, реакция частично. Спас-бросок. Реакции частично нейтрализует. Это заклинание заставляет траву, кусты и другие растения окутывать существо. Так, спас-бросок. Цель. Тра-ля-ля. Это один враг на расстоянии чего? Так, атака с разбега. Ох. Ладно. Пусть берут так. Убьет, купит. А, убил. Так, а, говорили о снаряжении. Здесь обещали оставить в комнате снаряжение. Без снаряжения. Без снаряжения. Вот люди какие бесстыжие. До чужого добра жадные. Обокрали. Изверги. Изверги. Обокрали. Вот такой вот у нас мамонт. Мамонт, мамонт, мамонт. Инвентарь. Инвентарь. Тетечка. Тетечка. Так, это у меня такая кольчуга. Кольчуга типа. Вечно горящий факел. Ну все. Это двуручный меч, что ли? Свиток исцеления легких ранений. Вот. Вечно горящий, типа, факел. Ну-ну-ну-ну-ну. Тянем. Оп. Во. Так круче. Ля-ля-ля. Так. А потом окажется, что совсем даже он не вечно горячий. Не показывать обучение. Вы можете взаимодействовать с различными объектами, такими как тела поверженных противников. Кликнуть по ним. Интерактивные объекты подсвечиваются при наведении курсора. И нажмите «Tab». Так, нажмите, все. О. А,
Ende top. О, убийца. Это что, собрать все? Оп, собрали. Мамонт. Мамонт. Супермонт. Вот это все. Не видно ничего это. Оп. Чтоб не пропасть поодиночке. А девушка? Девушка? А выпивка? Нет здесь никаких интерактивных типа того. Типа этого. Убийца. Ух ты. Ух ты, ух ты. Мамонт. И убийца. Вот так расширяется там все. Вселенная расширяется. Вот.
возьми кольцо, оно магическое оружие отводит. Пригодится тебе, когда будешь меня защищать. Предмет получен. Подарок Артучу. Хочу я от него никакие подарки. Собрать все. Так. Ой, они все тут. Так. А что такое? Денежка, что ли? Золотые монеты. Бриойцев, что ты даешь нам? Нас называют варварами. Боги прогневались на наш край, сынок. Немало великих империй поглотила эта земля. Ну и так далее. Так, взять все. Собрать все. Так. Вот она маленькая. Бегает, все ворует, ворует. Молодец. Пупсик.
Персик скрывает за собой дверь. Молодец. Умничка. Умничка. Разумничка. Так, что тут у нас дальше? Выделяем всех. Оп. Бежим куда? Сюда бежим. И врываемся. Резко. Резко. Оп. Оп. Соратники. Теперь в вашем отряде несколько персонажей. Чтобы выбрать одного из них, кликните на его портрет. Или используйте соответствующую ему клавишу Alt-1, Alt-2, Alt-3, Alt-6, Alt-8, Alt-742. Чтобы выбрать несколько персонажей и отдать им все свое имущество, общую команду, обведите их рамкой, удерживая левую клавишу мыши, чтобы выбрать всех персонажей. Нажмите на Backspace. Backspace. Space. Space. Back. Backspace. Да. Медное кольцо. Прекрасное ювелирное изделие. За него можно выручить неплохие деньги. Две денежки стоит. А рядом четыре денежки. Неизвестно, что из них брать. Возьмем и то, и другое. Вот. Пойдем. Что такое? Ой, скрытность. Выйти из теней. Нажмите, чтобы перестать скрываться. А это что такое? Выключить искусственный интеллект. Нажмите, чтобы выключить компьютерное управление. Ух ты. Выйти из тени. Так. Теперь войдем в тень. Оп. Так не видно нас. Так видно. Так не видно. Так видно. Так не видно. Да. Это не работает. Ух ты. Это можно вращать как угодно. Ну ладно. Так можно перестраивать. Так, значит. Значит так.
Длинный лук. Кинжал. Кровавик. Блистающий драгоценный камень. За него можно выручить небольшие деньги. 15 денежек. И рядом 12 денежек. Собрать все. А красный это что, мы воруем? Или просто он по классу нам не подходит? Так, а где у нас лучник? Вот у нас лучник. Линдси Лохан. Линдси Лохан. Линдси Лохан. Так. Арбалет. Точно арбалет. Точно арбалет. Ну ладно. А это не будет маг какой-нибудь. Алхимик. Маг-алхимик. Тоже арбалет. Два арбалетчика у нас. Круто. А у нас кинжал теперь есть. Кинжал. 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 Ну да. Так. Сейчас должно что-то появиться. О. Подарок Тартуччо. Золотой перстень с прихотливым пензелем, который Ютубоком Ганом получила подарок от Тартуччо. Защита владельца увеличивается на 1. Это бонус отражения, и он не складывается с другими бонусами отражения. Привет. Это, конечно. Кольчужная рубаха. Легкий доспех. Штраф за доспехи. Минус 2. Права мистического заклинания. 20. Как все сложно. Дистанция, критический удар, тра-та-та, сюськи-пуськи. Ладно. А есть тут общий какой-нибудь инвентарь? Общий инвентарь. Можно как-то... Нет, нельзя. Нельзя как-то. Как-то нельзя. Почему не это, не того? Ну ладно. А дверь закрыть. Так, здорово. Здорово.
Grazie. Asalnyak, Jamaidi, Jamandi, Jamaidi, Jamandi, Aldori. Может, здесь какие-нибудь потайные ходы, какие-нибудь бежали, ура! А дверь закрыть. Оп. Что ж делать-то дальше? Эй! Закрыли-то. Все. Игра на этом заканчивается. Здесь что написано? Получен предмет. Убирает. Вечно горящий факел. Экипирует кинжал. Господи, какие подробности. Дверь открывается. Ничего. Это мы уже смотрели. Это общий, что ли? Инвентарь. А, да, общий инвентарь. Собрать все легкое. 85 фунтов. 10 из 10, 9 из 10, 11 из 11. Да, конечно, что не сделал наш мамонт. И за нас тоже.
Именно пока что? Пока что игра откладывается до лучших времен. Пока мы не придумаем, что делать дальше. Правую кнопку мыши нажимаете и... Что дальше-то? Дальше чего ж тут? Чего ж? Чего это? Ничего, это смог нажать. О, пошло что-то. Пошло, ура! Ура! Особенности боя. Вот здесь много так читать. Магия, линзии и картучи способны творить заклинания. Чтобы применить заклинание, кликните по его иконке. Ну, когда персонаж получает новые заклинания или способности, они способности. Неочередная атака, тактический режим. Нажмите Unknown Winding, когда игра стоит на паузе, чтобы заставить время течь медленно и лучше контролировать ход боя. Unknown. Так. А ну, отступаем. Так, а этот с разбегу. Нет, с разбегу. Нет, о, с разбегу. А, все. И хвостик. Убили нашу этого. Чуточка. Так, а это где? Да. Ну, мамусечка. Ну, мамусечка. Это еще одна нашлась, которую он 3 года якобы избил. Оказывает синяки, все прочее. А тетка эта, которая там все сидит, она увидела, что точно такие же серьги у него ушат. Да. И точно такой же маникюр, как вот сейчас сделан, вот такой же точно маникюр. 3 года назад, понимаешь? Оттенок, все. Собственно, и вся игра.
Мамусечка, что делать? Да? Перемещение. Кликните по точке, в которую хотите переместить своего персонажа, и он начнет движение. Место вашего клика будет отмечено специальным символом. Если точка досягаема, символ появится в ближайшем к ней доступном для прохождения месте. Так. Оп. Так нас не видно. Ну, вот так вот ходим, крадем. Ой! Нас видно? Нас... Не видно. Ура! Видите, что творим? Так... Ну, ага, так, это мы лучше будем на максимальную, но не на максимальной сложности играть, а наоборот, на самой минимальной сложности. Нам эти переживания, убийства, загрузки, перезагрузки, весь игра крутится, чем, понимаете, дольше, чем играем. Так, как же это она нас заметит, если мы в режиме невидимости? В чем дело? Всех убьют, караул, без паники, майор Карпыш. Оп. Далее, пауза. Понк. Ага, не разбирался. Тогда не пунк, а просто. Это тоже просто. Пульс.
Все потеряем. Это все. Длинный рук. Все то же самое. Ужас. Никакого рандома. Ужас какой. Кошмар. Кошмар. А здесь нас убили.
Ни хрена не видно. Что это такое? Удерживать позицию. Остановиться. Построение. 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 Ни хрена непонятно. Пунк. Пунк.
Stop.
Не надо. Можно. Можно. Thank you.